Заканчиваем, да, вот еще раз делай. Вот эти круги концентрические, да. Да, декомпрессию. Ближе, ближе к позвоночнику. Вот эти мышцы. Я вот боюсь на позвоночник. Вот маневрирую. Кстати, здесь вот тоже такой есть небольшой нюанс, я вам покажу. Если человеку больно, ну, в принципе, мы делаем острием локотка, да? Он достаточно болезненный. Но если мы хотим сделать помягче ему, да, может быть, там девушка хрупкая, то берем вот эти две косточки, вот эта плоскость получается. Видите, вот эта другая плоскость. Вот это. Да. Если еще мягче, то берем вот так, разворачиваем руку, делаем вот этим треугольничком. Вот этот треугольник, он в плоскости получается, двигаемся, да? То есть можем маневрировать остроту впечатлений человека и, соответственно, проминая глубже, либо мягче мышцы, да? А если просто чуть меньше надавливать? Да, и чуть меньше надавливать можно. То есть если мы маневрируем, поэтому, ну, просто чувствую, где позвоночник находится. Мышцы-то вот она идет. Вот этот валик, мы его именно не разминаем. Да, давай. Еще раз? Да, да, еще раз. Почувствовал. Сейчас ты с самым острием идешь, да? Не больно? Нет. Вот, теперь ты вот этой плоскостью, да? А я по-разному пробую. Да, да, пробуй по-разному. Чтобы сразу почувствовать. Да, что с вот этим делом. Да, и еще раз можешь пройти с этим теперь, вот этой частью. Вот теперь. Ты, по-моему, тоже части не сидишь. Да? Так, так, смотри, вот этой части теперь. А, то есть потом... Другой плоскостью, да. Вот видишь? По-другому уже ощущение. Да. Теперь сразу не отрывай. А, нет, я же сказал, никогда не отрывай. Да, да, да. Сразу ведешь сюда и хватаешь рубанок. Второй рукой хватаешь, да. Здесь в кулак можно. Да, рубанком мы как бы снимаем стружку, да? С дерева обрабатывающего нашей фигуры Буратино. Буратино. Нет, Мальвина. Мальвина. А, мальвину деревянную сделаем. Подругу для Буратино. Да, сильнее. Прямо вот горизонтально можно прям туда вот. Энергию туда прям запускаем на метр вперед. Чтобы в окно не улетело. Чтобы в окно, да, вылетело. Энергетическим сгустком. Вот, 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 видишь, да? И теперь берешь, чуть-чуть меняешь ракурс. Вот так вот. И лопатку вот так всю загребаешь. Опять же, энергично так раз. Ага. Во, видишь, сразу покраснение пошло. Сразу разогрев какой мощный. Ну, опять же, меняешь захват. Можешь так захватить, да? Можешь так захватить. Смотри, как тебе удобно. Можно так. Лобанка, мне кажется, удобнее всего. А ну, вот так еще. Да? Ну, вот так можно, да. Да, вот так тоже удобно. То есть, как удобно, так и хватает. Да. Я прям за палец, чтобы прям был полностью намек, намек на рубанок, да? С пальцем удобнее. Очень такая яркая аллегория у нас. Так. Дальше у нас. И дальше у нас вступают лодочки? В силу лодочки, давай, да. Нет, ты не в сторону вообще делаешь. Вообще не в сторону. От себя. Не на себя, вот себя. Вот так что ли? Нет, подожди. Так, вот так раскрепощение. Вошла острием и раздвинула. Клинышек прошла и клинышек раздвинула. Вот. Входим, раздвигаем. Видно? Входим, раздвигаем. Входим, раздвигаем. Раздвигаешь, когда идешь обратно. Ага. Обратно вообще не надо идти. Вот смотри еще раз. Давай. Вхожу, раздвину. Обратно просто легонечко. Мне показалось, что. А, все понятно. Вошел, раздвинул. А, то есть как бы остановились. Клиночек забил, хоп, и забил. Представь, что как будто между руками твоими сейчас входит еще один клин. Третья рука. Или что там? Чем-то. Чем-то надо туда вот. Так? Да, только недалеко, а вот здесь, вот чуть-чуть возле этой мышцы, да. Так? Вот эта мышца, да, вот тут. И вдвинула. Иди прям отсюда. Раз. Вдвинула. Еще раз. Раз. Вдвинула. Да. Так. Нету пока какого-то автоматизма. Да. Ну, в принципе, нормально. Ну, хотя бы техника. Да, правильно. Техника правильная. Так-то да, я чувствую, так, что, конечно... Работаешь. Ну, вообще, не важно, сколько человек обучается, все равно опыт приходит из практики. Ну, да. Так. Главное, запомнила, да?
А теперь то же самое, только всем корпусом и полностью включая свое предплечье до локтя. Да. Только подожди, начинаем снизу все-таки. Начинаем снизу, делим на 4 части. Раз, два, три. Вот эта часть. Давай. Старайся дойти сначала локтями до конца и потом раздвигаешь. О, вот так. Да, теперь вот эту часть. Пошла и локтями раздвигай. О, разрезаешь ее целиком. Но здесь несколько раз мы делаем одну. Нет, по одному раз. Именно поэтому сначала делаем по 4, делим сегменты, потом по 3 сегмента, потом по 2, потом по 1. То есть мы это делаем для того, чтобы заменить себе свой собственный счет. Да? Мы не считаем там, как вот стишки делали, 4, 4, 4. Да? А здесь мы делаем вот на всю спину сразу целиком этот прием. Разделил уже на 3, да? Теперь на 2. Да, на 2. Там по позвоночнику немножко. А, да? Где-то тут коснулся, да? Угу. Еще раз на 2 сделай. Вот тут вошла, да, вот твоя зона. Локтями до конца, мимо позвоночника. И раздвинула. Угу. Теперь вот тут вошла, на этой зоне, да, локтями. И раздвинула. Угу, вот. И теперь смотри, чем это упражнение хорошо даже хрупким девушкам, советским делать. Потому что тут включается весь корпус тела человека. Даже если вот у меня клиент лежит, большой бывает, даже для меня такие бывают, которые, знаете, вот от стола вот до такой высоты, я прям вот так делаю, то и поднимаюсь на этих, на носочках и прямо на него напрыгиваю всем весом. То есть ты сейчас тоже имеешь право всем весом это сделать. Попробуй всем весом. Чтобы организм был твой работал. Вот, молодец. Отлично, да. И когда назад идешь, от попы, попы назад, возвращайся сначала в таз назад, а потом руки подтягиваешь. Вот, уже правильно, да. Отлично. Юля, и теперь вот это раскачивание вибрационное. Волну, я опять вхожу. Волну пускаем. Да, входим. Устанавливаем локти. Два вот тут, два близко друг к другу. Это закрепили на этой косточке. Косточку почувствовали здесь. Угу. Да, а это рукой раскачивай. Да, в противофазе. Чуть-чуть помягче. Вот. Не касаешься этого позвоночника? Теперь оставляем эту руку здесь и делаем полностью разводку. Как будто бы ты занимаешься в тренажерном зале и с вот этим блоком, да, с силой. Еще там. Вот. Только давай теперь, знаешь как? Как? Закрепила вот это и всем весом давишь именно на этот локоть. Его туда, да-да-да, вот так, сильнее, еще сильнее. Вот тут прям на носочках разрешаю встать. Чтобы полностью. Вероника, получилось сильно сделать? Не очень сильно, давай еще сильнее. Получилось? И как в тренажерном зале ты должна почувствовать, что ты упражнение сделала, прямо развела свои грудные мышцы. Вот, да, не просто сюда, да, а в сторону. Движение не вниз, а вообще в сторону, да. Должен раздаться такой приятный хруст. Если делать медленно, а я делаю это вообще медленно, еще раз показываю. Закрепил руки, да? И прямо вот смотри. Медленно веду. Извини, это вот просто неправильно выглядело лопатка. Вообще задавить не буду. Вот, просто показываю, да? И вот только в конце у меня, только сейчас у меня начинает эта рука двигаться. Угу. Я немножко корпус смещаю относительно рук по центру, чтобы сделать разводку. Угу. И довольный стал. Угу. Вот. Попробуешь? Анастасия, я почувствовала, работают грудные мышцы? Да. Я почувствовала. Ну вот. Так,
Переходим к следующему упражнению.